Всем большой-большой привет. У нас сегодня четверг, и на улице похолодало. Я иду в парикмахерскую, в салон. Наконец-то я записалась на стрижку и покраску волос, так что запомните меня вот с такими длинненькими волосами. Думаю, что они будут где-то вот так точно. Жесткое желание, серьезное, их сделать покороче намного, потому что, во-первых, они сильно выпадают. Во-вторых, точнее, путаются постоянно, потому что вот когда только длинными становятся. В общем, я все настроена серьезно. Будем отрезать их. Но я, в принципе, давно уже ходила с каре. Вот как отрастают, так я хожу их и сделаю опять под каре. Краску я, в принципе, себе заказала, но она придет аж где-то в начале, в середине ноября. И решила сейчас записаться, покраситься, постричься. А потом уже буду дальше сама краситься, как и до этого. Вот, салон находится недалеко от нас, в центре. Уже не первый раз там обслуживаюсь. У мастера из Казахстана, очень хорошая девочка. В общем, будем сегодня делать красоту. Наконец-то. А на улице уже вовсю желтая осень. Золотая осень. Желтая, золотая, красная. Прям глаз радуется, очень красиво. Я здесь проходила, у нас школа рядом. Там тоже красиво как. У нас школа рядом, столько детей. Еле прошла, прям толпа детей, машин, родителей. Видно, забирают детей со школы. Сейчас как раз время примерно. Ну, с начальной школы. У нас есть тут начальная школа, насколько я понимаю. И напротив старшая школа. Вот в начальной школе закончилась смена. Ну, в принципе, на улице, кстати, не так холодно, как я думала. Думаю, что утром было намного холоднее, часов 7-8. А сейчас, в принципе, градусов 13. Комфортно. Комфортная погода. Хорошо, что салон, кстати, находится недалеко от нас. Можно быстренько добраться пешком. Вот чем мне не нравился Мюнстер и нравится этот город, тем, что расстоянием. Тем, что в Мюнстер, чтобы поехать в центр с нашего района, нужно было ехать минут 30 на автобусе, а то и 40, если штау, если пробки, да, по городу. Особенно, если такая пиковое время, когда люди на работу едут или с работы. Вот. А здесь пешком 10 минут и ты в центре. Вот это в этом, конечно, преимущество. Так, главное, чтобы меня велосипедисты не сбили. Здесь нужно быстро ориентироваться на велосипедных дорожках, переходить очень быстро. Потому что аварий, конечно, хватает, когда велосипедисты с пешеходами встречаются на велосипедной дорожке. Кстати, компания, про которую я говорила, ЕВБ, она здесь у нас тоже на углу напротив Лидла, которая занимается нашими этими светом и так далее. Кстати, по поводу света, кто-то тоже спрашивал, сколько мы платим. Смотрите, у нас было 72 евро в месяц, да, фиксированный платеж. Сейчас повысили до 86 и написали в письме, что еще могут повысить, если будет что-то там еще повышаться. Вот, и если мы накатаем 3000 киловатт за год, 3000 и больше, то мы будем платить в два раза больше за свет, ну, то есть за сам, за 1 киловатт. Вот что-то там, по-моему, 4 или 5 с чем-то, если до 3000 киловатт, и почти 10 евро, если больше 3000, но мы столько не наматываем. У нас год считается... Какая красота. Я не могу пройти мимо. Очень красиво. Обожаю осень. У нас год считается календарный по свету. А вот как мы заехали в квартиру. То есть мы 1 июля официально подписали контракт с 1 июля. Ну, заехали 10, но это уже наше дело. По факту мы могли заехать, когда хотим. Но 1 июля официально начался наш контракт. И с 1 по 1 июля считают. Ну, идет перерасчет в конце такого года. Не в конце, там, не 1 января, а так. И по свету мы проследили за прошлый год, вот с 1 по 1 июля, мы намотали 2000. То есть до 3 нам еще далеко. Потому что и в этом году будет так же, хотя у нас плита электрическая, духовка тоже электрическая. Понятно, все вот эти гаджеты, компьютеры, телефоны, телевизор и так далее. Блендеры, миксеры, тостеры, микроволновка, чайник. В общем, куча-куча всего на электричестве. Но 2000 намотали, вроде нормально. Посмотрим, как будет дальше. И кто-то еще спрашивал, что
Говорит, причем тут газ у вас, если у вас полы, отопление, теплые полы, они электрические. Нет, они не электрические. Нагревается вода, становится горячей для полов, да, от газа. И уже полы горячей водой этой нагреваются, и нам тепло. Они не электрические, они на газе. Так, ну что, выхожу к вам в эфир. Уже постриженная, посмотрите, и покрашенная. Вот так выглядят мои волосики теперь. Ветер, правда. Сделали такую стрижечку. Я себя шикарно чувствую. Намного легче и лучше мне. Потому что я привыкла все-таки ходить с каре больше, чем с длинными волосами. Мне прям очень нравится. Ой, прям думаю, что будет меньше выпадать сейчас, потому что когда они были длиннее, все время путались, когда их расчесываешь, они тянутся, выпадают, выдираются. В общем, сейчас вот такая вот красота. Аж лучше стало и легче на душе, если честно. Пишите, как вам моя новая причесочка. Так, знаю, что будете спрашивать в комментариях, сколько стоила эта вся процедура. Значит, у меня была обычная покраска и стрижка. Все вместе вышло 75 евро. Немножко подорожало, но меня предупредили заранее про это, об этом. Весной, по-моему, я была, стоила 55 евро. Или 60, что-то такое. Сейчас вот уже 75. Ну, я делаю это редко. То есть вот я была в апреле, и сейчас почти уже конец года. В принципе, как для такого, для такой разницы недорого. Так, а я пытаюсь понять, куда я иду. Что-то я запуталась немножко. Вот. Хочу зайти в ДМ, купить тоже кое-что для дома. И все, потом иду домой. У нас на улице что-то похолодало прям сильнее, чем я шла туда. Когда? И сейчас прям так. Тучки, холодно. Я вышла аж так прохладно резко. Потому что в салоне потеплее было. А что все сделали, я довольна результатом. А уже краска, которую я заказала, итальянскую, она придет в ноябре, буду себе дальше сама красить. Больше она тонирует, она не закрашивает там какие-то седые волосики, еще что-то, она больше просто тонирует, дает цвет. Я уже пришла домой, беру наушник, он мне мешает. Привыкаю потихонечку к своей снова коротенькой прическе. Так непривычно и так удобно. Так, взяла почту, у нас тут Дехель как раз приехал, это какая-то рекламка. А, спортклуб Бекум у нас такой есть большой. Он, кстати, находится возле озера Азе. Кто смотрел наши летние влоги, мы туда часто ездили купаться, отдыхать. Дальше письмо какое-то. Не знаю, сейчас посмотрим Диме. И пришла такая посылочка, собственно, ради чего я. Ради чего мы все здесь сегодня собрались. Хочу посмотреть, что там. Догадываюсь, что я заказывала кое-что из книжного магазина. И сейчас постараюсь открыть и сама посмотрю, вам покажу. Хорошо, что ее оставили, а не унесли на отделение. Было бы печальненько. Так, конечно же, гючайный, как всегда. Вот, смотрите, что я себе заказала. Может, это уже старость, не знаю. Но я заказала себе блокнот, книжку для записи рецептов. Рецептов блюд вкусных, которые я часто готовлю. И уже начала периодически забывать, потому что готовлю много всякого вкусного. Хочу сюда записывать те блюда, которые, те рецепты, да, которые мне нравятся, которые получаются, которые не только мне нравятся, а всем нравятся. Ну, в общем, решила купить такую книжку, собрать. Такая книжка стоит около вот, 10 евро. 10 евро. И внутри, сейчас покажу, какая она внутри, переведу, перенесу, переверну камеру и покажу вам, как она внутри выглядит. Вот так выглядит эта книжка. Ну, я сама такую выбрала, чтобы чуть-чуть была похожа на что-то связанное с едой. Майн рецепты называется на немецком, мои рецепты. И вот так она внутри выглядит. Она разделена. Вот смотрите. Тут, короче, можно написать страницу. Что удобно, страницу, на которой находится рецепт, и название, чтобы долго не искать. И вот так выглядят сами, смотрите, сами странички для рецептов. Цутатен, то есть ингредиенты. Здесь название рецепта пишется, ингредиенты, и Цубирайтинг, это как его приготовить. Ну, очень крутая книжка, мне уже нравится. И здесь еще, смотрите, есть Arbeitszeit, то есть сколько минут запекать, например, сколько минут готовить. Смотрите, ну, круто.
Тертики-кигеры, это нужно использовать, даже указано там, миксеры, блендеры и так далее. И тут еще есть всякие на других страницах такие вот высказывания по поводу еды всякой, в общем, такие цитаты. Мне очень понравилась такая книжка, сейчас будет все у меня тут собрано, потихонечку буду ее заполнять своими любимыми рецептами, потому что интернет, это, конечно, хорошо. У меня рецепты есть и на Ютубе, и в ТикТоке, которые я готовлю, да, видео, которое я снимала. Но, знаете, они могут и пропасть, могут удалиться, заблокироваться, что угодно может произойти. А, как говорится, то, что написано пером, не вырубишь топором. Все здесь остается. И круто, что здесь есть содержание, потому что я еще думала про это, смогу ли я найти быстро рецепт. И тут, видите, можно указать, что это, отметить, что это десерт или какие-то там другие, да, блюда. Все, мне очень нравится, прям уже хочется заполнять, такая красивенькая, и всего лишь 10 евро. Я думаю, что это недорого. Здесь, смотрите, я сейчас скажу, сколько страниц здесь должно быть написано, по-моему, 100 с чем-то страничек. Она вообще 10.30, видите, да, со скидкой 10 евро. Тут еще напишу. Вот, 127 страниц. В принципе, неплохо, да, 127 рецептов по факту. Так что вот такая у меня теперь есть книжечка для рецептиков моих любимых. Буду заполнять теперь. Нашла себе работу, как говорится. Так что советую. Ссылочку на сайт оставлю в описании под этим видео. Это достаточно известный книжный магазин в Германии. Italia.de называется. Вот, видите, здесь вот он виден. Вот так он называется. И оставлю ссылочку, может, кому-то интересно. Там и книжки продаются, и блокноты, и всякая канцелярия, и так далее. DHL принес мне посылочку. Я заказывала витамин D в Shop Apotheke. Кстати, вот эта фирма очень классная, витамин D. В 100 раз пила, мне прописывала врач. Здесь наш семейный врач. И очень мне понравился он тогда. Вот так выглядит коробочка, и вот так таблетки. Витамины. Вот. Уже говорила, что да, не пью эти для волос ничего, вообще ничего не пью уже. Сказала, все, не хочу. Решила пить только витамин D3 и будь что будет. Думаю, что все будет хорошо. Больше будем делать внимание на питание. Уделять внимание питанию. Я взяла 120, получается, таблеток. 2000 витамин D3. Думаю, что все будет хорошо. Если кому-то интересно, где заказываю, всегда заказываю только онлайн все таблетки. Shop Apotheke называется сайт.com. Ссылочку оставлю в описании под видео, может, кому-то нужно. Там всегда скидки, всегда дешевле намного, чем в городских обычно аптеках. Так что вот такая посылочка сегодня. А теперь хочу поделиться с вами одним из наших любимых рецептов, очень вкусных и очень простых в приготовлении пирожных. Итак, для начала в миску выбиваю 5 яиц. Все ингредиенты, которые с холодильника, должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их заранее. Добавляю сахар, щепотку соли, пакетик ванилина. Все граммовки укажу в описании под видео, как обычно. И все это на почти высокой скорости миксера, больше средней, взбиваю около 5 минут до белой пышной массы. Вот такая масса у меня получается. Добавляю молоко и также хорошенько все взбиваю, буквально 30 секунд, чтобы объединить ингредиенты. И теперь добавляем сухие продукты. Просеиваю обязательно муку и разрыхлитель. Тоже все перемешиваю миксером. К тесту также добавляю растительное масло, у меня подсолнечное, и все опять объединяем. Тесто выливаю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Будем выпекать его при температуре 180 градусов около 30-35 минут. Смотрите по готовности, я делаю до румяной корочки, и, конечно, проверяйте готовность деревянной шпажкой.
А пока выпекается бисквит, я занимаюсь кремом. Сегодня у меня крем из разных составляющих, все, что было в холодильнике, как говорится, что можно добавить в крем. Добавляю маскарпоне, добавляю крем фреш и греческий йогурт. Также сюда добавляю сахарную пудру и все хорошенько взбиваю миксером. Получается очень вкусный крем. Крем плотно накрываю пищевой пленкой, отправляю в холодильник где-то на 1,5 часа, чтобы он хорошенько стабилизировался, немножко подмерз и стал более густым. Наш бисквит уже испекся, посмотрите, как красиво он получается. Накрываю его сверху полотенечком, чтобы он полностью остыл. Потом уже будем убирать пергаментную бумагу и заниматься им дальше. Бисквит полностью остыл, теперь аккуратно ножом обрезаю по краям его, убираю вот эти кусочки зажаристые. Мы их будем использовать, поэтому, конечно же, их не выбрасываем. Бисквит разрезаю на две части вдоль и потом смазываю абрикосовым вареньем. Можно смазать абсолютно любым джемом, вареньем, все, что у вас есть. Любое варенье подойдет сюда, будет вкусное. Одну часть бисквита смазала вареньем, выкладываю сверху вторую часть и теперь разрезаю на такие небольшие прямоугольные пирожные. Сверху пирожное смазываю нашим белым кремом обильно, чтобы хорошенько пропитался бисквит. А из оставшихся обрезков, которые у нас были, делаю небольшие кусочки и посыпаю сверху на пирожные. Как вы видите, очень простые в приготовлении пирожные, но они получаются очень вкусными, к чаю просто объедение. Советую от души этот рецепт, готовьте, не пожалеете, будет вкусно. Вот такой влог получился за эти 2 дня. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо, что комментируете, лайкаете, что наш канал идет только вперед, не назад, только вперед. Это очень приятно получать ваши сообщения и в личные, в директ, в Инстаграм, и в ТикТоке, и везде вы пишете. Спасибо большое за ваши советы, за ваши замечания, за ваши приятные слова. Увидимся с вами, как всегда, в следующем влоге. Спасибо, что смотрели, что вы с нами. До новых встреч. Всем мира и здоровья традиционно желаю. Увидимся.